22,5 миллиона гектаров засеют различными культурами в Казахстане в этом году. Об этом стало известно во время заседания правительства. В Минсельхозе уточнили, проблем с обеспечением аграриев семенами, техникой и топливом нет. Благоприятные погодные условия сулят хороший урожай, отметил глава Кабмина. Однако надеяться только на небесную канцелярию нельзя. Аскар Мамин поручил Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами разработать новую концепцию программы развития АПК. Учитывать она при этом будет специфику сельхозотрасли каждого региона в отдельности, то есть климат, площади земли, поливные технологии и другие факторы. По поручению президента в этом году объем средств, выделенных на весенний посев, увеличился более чем в два раза. Это позволит провести полномасштабные сельскохозяйственные работы, довести валовой выпуск продукции растениеводства до порядка 3 триллионов тенге. По оценкам ФАО, продовольственные сельскохозяйственные организации при ООН, Казахстан наряду с США, Австралией, Бразилией и Аргентиной считается страной с наибольшим потенциалом в агропромышленном комплексе. Наша страна имеет реальный потенциал стать одним из мировых продуктовых хабов.